Всем доброе. А этот обзорчик я уже начинаю прямо здесь с моря. Температура воздуха 14,5 градуса с утра пораньше. Дождик, к счастью, закончился. Но пасмурно. Несколько секунд моря. Без моей болтовни пойдемте поднимемся на причал. Что могу сказать? Купающиеся есть 4-5 голов. Я считаю людей по головам. Только они плавают. Есть в море. Стена с надписями. С названиями городов отдыхающих, которые катались здесь вот на бананчике, на скутерах. Увы. Стерла. Все следы их пребывания, так сказать. Надежда, защита прорвана. Народ, видимо, устал стоять под дождем на причале и решил под навесиком отдохнуть. Ну, а море вот такое вот красивое, интересное. Слегка моросит дождик. Кто-то там по-прежнему как себе девчонки фотографируется. Есть какая-то своя красота. Пасмурная красота. Кстати, теплоход, который обычно здесь был пришвартованный, буквально, наверное, метров 400 от нас правее. Вы его вряд ли увидите. Ветер дует у нас со стороны Сочи. Как видите, там уже распогаживаются вот эти вот все тучки. Уходят в сторону Туапсе на сей момент. В ближайшее время солнышко мы не увидим, пока они все не пройдут, но проходят они быстро. Прям видно, как ветерок гонит. Ну, возможно, вам видно, а возможно и нет, как купающиеся начинают выходить из моря, но это очень далеко отсюда, метров 150, поэтому приблизить, увы, не могу. Верьте на слово, есть. Вот еще женщина вышла из воды, еще 3 головы я вижу купающиеся. Вот такое вот утро, а согласно термометра, на здании Павлова 3 на сей момент 8 часов 35 минут. Кстати, сегодня я опять проспался нафиг. Сплю как хорек. Покажите, сколько там градусов. Сейчас все дату будет показывать. 4 ноября. Ну. 16 градусов, что ли. Нет, у меня машина показала все-таки 14,5. Я ей больше доверяю. Всем доброе утро. Привет из Лазаревского.